пока посидим, тут сажаемся. Дрохаймер, подъезжайте, сейчас метку дам внимание. Так, а СПН у них, если что, может заходить, вроде засели. Имейте в виду, пацаны, бронеёлки, они вообще дамаг впитывают, как милую душу. Хаммер-то заглушить я люблю. Так, еще раз повторяю, продвигаемся, не спеша. ЛС на метке еще идут, западнее нас параллельно. Че напомнить у них по технике, кроме Тунгуски? Танк еще Т-90 БТРы, Тигры, yes. УАЗик. Короче, трубут. Опа, бетер. Бетер. Опа, у вас. Меточка. Приду за бетер. Азимут, вижу бетер 260. Приду за бетер. Но он куда-то на шару пострелял по ЭВСам и все. И уехал. Он уехал? Ну раз больше не стреляет. Нет, гудит. Это НТВР тут подъехал. Да, тут, не, МРАП по метке. Ну МРАП, да. Я что-то не слышал, чтобы бетер уезжал. Это вроде сюда похож. Сейчас в моей метке на северо-запад приехал. Принял. Все пока чисто лесок. Ну вот на наших метках, где мы стоим, чит. Нас восток вообще через дорогу ни о чем. Видите его? Там. Нет, я так слышал. Выстрел с востока был, по-моему. Не, север, я видел. Да, его. Метку. Примерно по звуку. Надо может дальше. Пока он работает. Блять, по ним попали. Не, я должен добыть сам в бою. Где-то вот тут на черный, что ли? Меточку дайте, я могу. Да. Все, дал пример. А вот об этом. Вот.
заебали, походу, всех, блять. Дал попадание по бетеру. Выбил. Лиги минус. Кто работает? Я работаю. Арджи. Их, видимо, бетер всех положил. Да. Я с СВД залутал сейчас. Блять, я без трубы. У меня есть труба, я подобрал, если что, могу отдать. Шайтан, ты на актуальный? Да. Наш враг будет, он не может выбить его. Оттуши. Че, мы пропустим союзных жуликов вперед или пойдем? Ну я со СВД смотрю в триггер, я не хочу вперед. Просто, блядь, чувак на мрапе может просто выкатиться и разъебать бетер. Ну вот я жду, когда разъебут или мрап, или наоборот. Убили его, все, нет, вот у нас мрапа. По мне работает. Не-не, он убил мрап только что. Бетер убил типа на мрапе. А, нихуя, у меня подавление сработало, блядь. Да, у меня тоже. Я думаю, они сейчас все стянутся. Многоэтажки там видят нас аккуратно. Бетер перед нами в городе на 40, на окраине. За дымами, за дымами бетер на 40 от нас. Видишь, омрак? Блять. Понял, пытаюсь увидеть. Тут союзник подбежал, меня спалил, я отступил. Лавкин, по тебе, уходи. Я просто успел выскочить, когда свист услышал. Спасибо, ты герой, реально герой. Блять, меня ранило. Чел, ты на актуальный? Да, на актуальный. Сейчас я тебе попробую подойти. Ой, бетер живой, бетер уже. Да, не, он живой все-таки. Я пошел выбивать его. Блять, я его увижу, но не знаю, попаду, не попаду. Давай, я жду. Очень далеко, я тоже далеко, я с ветки пойду. Ну, первый я попал. Попадаю второй раз. Не, по нему хуярит, отлично, я на городского оставлю. Оп, пуск. Перед нами танк вроде ездит. Пошёшь по городу? Я, блядь, да, я смотрю, ни хрена не вижу. Я уже долгое время тут шатаюсь от куста к кусту. А, чё будет? Танк в городе. В городе, тех.
Че, попробуем в триган ворваться ближе? Надо дома какие-то занять. Прям. Давай к забору подбегай он. По тебе, да? Нет, но близко. Это многоэтажка вроде. Да. Левая. Блять, забраться бы в многоэтажку, слышишь, враг? Да, да, вот я хочу, я сейчас рассчитываю, как к ней пройти. Я в магазин перебегу. Я за тобой иду. Убил этого снайпера. Хорош. Многоэтажку есть только главный вход, по идее, да? Хер его знает, наверное. Давай. Кто вас дыма накидал в многоэтажку? Наш. Это я. Чтоб дорогу перебежал. Ах ты тактикульная тварь. Топой в многоэтажку. По вам? Мы. Шайтан понял это? Повтори. Этаж понял, как вы стрелял с многоэтажки? Это я стрелял. А, твою мать, долбанный сука. Так, 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 так. В одном здании. Это какая-то гостиница, я хуй знаю, какая. На каком-то этаже? Четвертый, по-моему. Поднимаюсь за тобой. До верхнего поднялся? Нет, а, нет. Вижу. Тебя слышно в прямой шепот. Шепот стоит. Дал метку в этом здании, враг, на предпоследнем этаже. Чисто, у меня стабин 0, отдыхаю наверх. О, это по нам. Живой? Уходим. Да. Опа, это по мне работали. Шайтан, живой? Да, опять с того же окна. Не, по мне сейчас, по-моему, с другого окна. Видел я его, у него ствол торчит. Понял. Я думал, больше нет на перебег. Плечо только вижу у него. Могу напугать, он уйдет, пробежишь. Сейчас, погоди, подготовлю. Давай, готов, по твоей команде. Я начну стрелять, на патрон четвертый беги. Прошел? Да, перебежал. Нет, ты лесарем со мной. Какая-то хуйня, я сейчас тоже, блядь, в разбитое окно не смог убить в упор чувака, блядь. Да, был такое. Там сейчас синяя.
Пусть. Я прошел. Так, это по мне он стреляет. Или по тебе, ты живой? Я дай живой, да? Вижу его, да. Еще раз вылезет, убью. Да, давай, отвлеку. Снайпер еще издалека работает. На 40 убил одного, по-моему, еще там был. Угу. Это кто говорит? Не знаю, кто-то у меня в доме поднимается. Свой. Ты снайпер с востока лестницу, пристрелялся, боюсь. Не открывайся, с востока снайпер. Прям пару секунд. Повтори. Посмотри лестницу, я пару секунд из задней сейчас, не могу. Там медики у них сидят в этом здании напротив, ёптать. Они лечатся там. И стингер на крыше был. Живой? Да. Я просто сейчас звуки буду. Я тут со своей стороны разберусь и перезвучу. Я перебежал. Выше, самый верхний этаж. Ну что ж, ебать, пойду пушить это здание. Мы в нем уже с союзником. На моей синей. Убил? Тихо. Тут чисто. Перебегаю. Чело и шайтан. Мое.
Да, небольшая боль. Я дальше прорвал. Там, короче, в соседнем здании. На верхнем этаже. Там свои ходят. Я туда дал гранату, там свой выскачивает из-за угла. Или соседнее какое? 40? Вот там свой, только что был. Бля, там не только свои, я понял. Шайтан живой? Да. Тебя пулеметчик сидел, я ему грену кинул. Самый верхний этаж, левая сторона. Западная сторона. Левая от тебя, прямо вот на лестнице где-то. Западная, западная. Да-да-да, я ему грену дал. У него против... Вот ты, да, походу, поднялся? Да, я по лестнице выше. Он ниже, ниже лестница. Там свой уже выходит тоже. Походу, я взорвал его. Наша вроде. Мрак. Да-да-да-да-да. Блять, и меня тут на крыше так в башку попали, капец, но медик не спас. Понял. Ты на том же здании все еще? Да, тут свои. Да, по этому зданию танк стреляет или что это, блядь? Арта, походу. Я с крыши ухожу. Ну, уходи отсюда. Блять, я не вижу ничего просто с этой артой, или что это такое. Да. Не в курсе, убивали вот здание напротив, когда я метку поставил? Да, вроде да. Вот он меня там с крыши просто хуярил.
Господи, вражеский СПН подходил, я убил. Красавчик. Многоэтажки, которые мы чистили, они глушеные. Понял. Shadow, у меня 26-я, если что. Сейчас я к танку подхожу уже. К танку, говорит, подходит к нашему кто-то с трубой. С севера подходит. Я уже передать не могу. Нас на первом этаже что-то выходит? Я уже ушел от три, сделал заходим. У меня 26-я, если что.